Игорь Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте, в семье Якова Соломоновича Золотовицкого, родом из Смоленска, и Софьи Григорьевны Золотовицкой, родом из Кривого Рога. В 1983 году окончил школу-студию МХАТ, курс Виктора Манюкова, с 1989 года преподает в школе-студии МХТ. Среди его учеников, с 2013 года, ректор школы-студии МХАТ.